Люда, мне только что принесли текст, я не успею ничего править. Буду читать как есть. И второе. Я просил не приглашать больше в студию этого человека. Вы знаете, о ком речь? Да, останешься без денег. Все. Начинаем. Приготовились. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Дятел ФМ». «Дятел ФМ» — это успех. Задолбаем всех. И сегодня у нас, без привлечения, страшное событие. Очередная творческая встреча с поэтом и композитором Василием Плинтусом. Извините. Извините. Пробка. Откуда пробка? Машин нет. Пробка от бутылки шампанского не открывал я. Шутка. Шутка. Извините. Я настраиваюсь. Вы знаете, я немножко... Связочку. Как мне нравится к вам заходить! Я бы... Понял. Ага. Понял. Раньше наше радио называлось «Перепел ФМ». Но после первой встречи с Василием Плинтусом мы сменили название, но он нас все равно нашел. Поэтому заранее запаситесь корвалолом и краской для седых волос. Чем сегодня ошарашите наших радиослушателей? Буду шарашить на гитаре. Че, маленькая гитара такая? Валую дал поиграть. Маленькая. Вам не понять, убегать легче. Вы знаете, я начну свои вокализы с нового сборника, который называется «Запою твои уши до дыр». Вот. Значит, песня про насекомую насекомость называется «Стрекот». Не понял. Полное название «Стрекотала». А что так долго-то? Отказали тормоза. У стрекозы такое стрекотало, такое мощное реально на 5 баллов. А у кузнечика сюрлюкалка на 3. Так посюрлюкал для приличия и в коечку. Оттуда ваша песня сейчас пойдет. Оттуда уже? Отсюда уже. Называется «Пуганый барашек». Давайте как по цензуре немножко про барашка. Вы поете непонятно что, и надо немножко посмотреть. Но я не хочу, чтобы с работы выгнали меня после этого, после ваших текстов. Не вы первый, не вы последний. Ежели резко напугать друзья барана, так, чтобы дыбом встала шерсть в течение дня, это будет зверь какой-то странный, будет блеющая жуткая фигня. Ну, это действительно фигня, на самом деле. Не, ну вы взяли и опошлили песню чтением. Песни надо... Извините, петь. Вот у меня есть такая композиция. Вот. Я спросил у Яндекса, с кем моя любимая. Яндекс не ответил мне. Тогда я сделал следующее. Я спросил у Гугла, с кем моя любимая. Кстати, если набрать в Гугле словосочетание «полное фуфло», то вы получите 1000 ссылок на песни Василия Плинтуса. Следующая песня «Оттуда уже». «Оттуда уже», да? Да, она на мотив... На мотив, конечно, Вася. Откуда вы знаете? Я подсмотрел у вас листочек. Спросите у любого на Тверском бульваре, что нужно, чтобы было клёво на душе, и что поможет быть красивой каждой даме. На это каждый ответит, конечно, водка. И может быть коньяк. Следующая композиция называется «В городе Сочи дорого очень». День за днем бесконечной надеждой согрет этот город, в котором 1000 стоит там лет. Хватит, перестаньте применьшать. Дайте посмотрю, что у вас такое. Вот на мотив. Тоже про отдых. Я на солнышке. Надо петь. Надо петь? Я на солнышке лежу. Хорошо. Я на солнышко гляжу. Молодцом. Все лежу. Хорошо. И лежу. Сейчас дальше интересное. А солнышко говорит, куда ты лег, придурок, топчан справа. Ну правильно. Это кто придурок-то, я не понял?
У нас такое правило, кто поет, тот и я. Извините, сами напросились. Песня будет «Оттуда уже». Вот. «Оттуда уже», да? «Отсюда уже», да. Ивета, Лизета, Оксана, Лариса и Света. Хорошо. Я с вами так классно на море провел это лето. Ничего. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Отлично. Ивета, Лизета, Оксана, Лариса, Михалыч. Михалыч сосед по номеру, мы с ним в бинокль контролировали женский пляж, чтобы там никто не хулиганил. Все, хватит. К нам на передачу приходят письма от поклонников творчества Василия Плинтуса. Приезжай, мы ждем тебя с новыми песнями, пишут врачи, психдиспансеры. Ну пусть пишут, они пишут, а мы поем. Следующая песня, она из сборника «Женская страдальная», называется вот же... «Ох, не с тем я в салочки минуту, играла». Минуту. Это цензура пошла, это я должен прочитать. На мотив «О чем дева плачет». А петь надо, да? Петь надо, а чё? О чем дева плачешь, о чем дева плачешь, о том я и плачу, что дева я, блин. Ну и не стыдно вам вот такой писать? Хорошо, что я прочитал и не услышал аудиторию, а то опозорились бы тут на всю аудиторию. Ну надо думать. Ну спасибо, что опозорились за меня. Следующая композиция «Мужская страдальная», вот. Называется «Сняла решительно». Вот. Это что в хорошем смысле. «Сняла решительно 100 000 с карточки, 125 еще сняла потом. Зачем купила ты две шубы, Анечка? Ведь я ж послала тебя за молоком». Мне нравится? Тебя кто послал? Не понял. Тебя бы послал, кто говорил. Сейчас понял. Путь в творчестве у меня был тернистый. У меня тернистый был не только в творчестве, но и в любви. Вот песня из сборника, которая называется «Любви, любовная любовь». Если между нами, это про мою любовницу Изольду Павловну Жмых. В девичестве Вера Павловна Макуха. Ни минуты покоя, ни секунды покоя, на диване, в шкафу, на столе, под столом, сидя, лежа и стоя. Это про что сейчас? Естественно, про ремонт. У нас с ней только такие интимные отношения. Ей 93 года. Недавно студия звукозаписи пыталась заплатить Василию Плинтусу 1 000 000 за то, чтобы он больше не пел. 1 000 000? Да рублями. Поэтому пою бесплатно. Однажды Плинтуса покусала бешеная собака. Брехня. Собаку наградили медалью за спасение человечества. Полная брехня. А я напоминаю, что, к сожалению, у нас в гостях поэт и композитор, известный певец. Вы оговорились, известный певец? Нет, я не оговорился. Ладно, тогда композиция из сборника про профессии. Она была актрисою, в кино снималась лысою. Извините, я понял, для вас это больная тема. Другая профессия. Она была бухгалтером, ходила без... Понял, тоже не ваша тема. Она была парикмахер, посылала всех стричься адресно. Наводить красоту. Все, хватит. Минздрав рекомендует для лучшего эффекта слушать Василия Плинтуса с выключенным звуком. Не дождутся. Нас даже с выключенным не выключить. Следующая композиция называется «Подземная жизнь». Про брачный период у кротов. Ежедневно 42 минуты под землей. Туда-сюда, сюда-туда. Ежедневно 42 минуты. Это оттуда вырушили? Отсюда же возьмем лучше другое. Знаете,
У меня нескромный вопрос. Вы женаты? Да, я женат. Давно? Прилично, уже долго. Тогда вам эта песня будет близка. Песня о любви после 20 лет брака. Один раз в год. Ну и дальше что? Все. Но есть расширенный вариант. Расширить? Ну давайте. Один раз в год. И то не смог. Дорогие друзья, я попрошу вас сейчас послушать музыкальную паузу в течение полутора минут, отойти от того, что вы сегодня слышали. А мы с поэтом пока немножко по-своему. Только без рук. Ну ты можешь спеть нормальную песню для людей, которые приятно, хорошие, со смыслом, с мелодией. Чего ты несешь? Бред какой-то. Если честно, я сам стесняюсь, постесниваюсь, но... People хавает. Во-первых, не people, а наш дорогой зритель. Во-вторых, он не хавает, а просто терпит. Пока терпит. Терпит? Вы думаете? Ну живой же еще сидишь. Ну да, пока терпит. Вообще-то одна есть. Ну так давай. Но, к сожалению, она не моя. Это хорошо как раз. Ее этот написал. People. Народная. Вот. Народ, говорит, ты в России живешь. Народ написал. Ну давай. Я и говорю. Ну давай. Пусть. Народ написал. Хорошо. В смысле people. Прекрати people. Ну там проблема. Там надо петь на два голоса. Ну спой на два. Ага, я один на два. Ну а где эти второго певца найдут? Не знаю. А может together? Чего? Вдвоем, может? Не, я... Я начну, вы подтянете. Я не хочу дела. И ехали на тройке за бубенцами. Я не по этим делам. Я не певец. Ну ладно, ну можно было бы чуть-чуть. Нет, я... Ладно. Не надо. Ну хотя бы лабади-будай. Ну я... Ну не подводите меня. Эфир-то идет. Ехали на тройке за бубенцами. Лабади-будай. Хорошо, вдали мерцали. Огоньки. Лабади-будай. Мне теперь соколики за вами. Мне теперь соколики за вами. Хорошо. Душу бы развеять. Душу бы развеять. От тоски. От тоски. Вдвоем. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ла-л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 а
мучила меня. Эй!